И всем привет! С вами я, Артём Фролов, и в данном видеоролике, ребятки, мы будем с вами трейдить нового питомчика, ребят. Он у меня переводится как «Поединок не жить», но это, скорее всего, неправильный перевод, либо же переводчик плохой, либо же разработчики немного накосячили. Настоящее его название вы можете прочитать в названии данного видеоролика, а также в превью, ребятки. Но перед началом просмотра данного видеоролика я настоятельно вам рекомендую подписаться на мой YouTube-каналчик, включить уведомления, также влепить свой драгоценный лайкусик и написать комментарий, в комментарии точнее, свое мнение насчет данного питомчика, он стоит 1к робоксов. И также, ребятки, не нарушаем традицию. Как выходит видеоролик? В моем телеграме запускается конкурс на данную райд-черепашку, ребятки. Условия максимально просты: быть подписанным на мой YouTube-каналчик, включить уведомления, написать 3 комментария, влепить свой драгоценный лайкусик и скинуть скриншоты, чтобы выполнили условия качественно и бережно, в телеграм-канал. Ссылочка находится в описании. Но я не смею вас задерживать. Приятного аппетита, приятного просмотра. Погнали! Ребят, прямо сейчас Старпец в честь Хэллоуина проводит множество крутых конкурсов на очень крутых и дорогих питомцев в своих социальных сетях. Телеграм, ВК, Дискорд, Инстаграм. Участвовать можно везде и сразу. Конкурсы продлятся недолго, поэтому переходите по ссылке в закрепленном комментарии в социальные сети Старпец, участвуйте и выигрывайте крутые призы от лучшего маркетплейса по робоксу starpets.gg. Итак, ребятки, мы с вами уже в локации с трейдиками, и я надеюсь, что нам сразу прилетит роскошный трейдик. Но что-то особо интереса на данного питомца не проявляют. Я что-то не пойму, ребят. Но мы здесь одни на таком питомчике, что меня уже радует, потому что, ну, считай, конкуренции у нас не будет. Скорее всего, я надеюсь на это, да? Хотя, может быть, здесь уже был такой питомец, ему не кидали трейды, и он ушел. Блин, питомец-то прикольный. Ну, реально прикольный. Но вы посмотрите на него, какой он милашка. Мне нравится, я хочу его в меге. Он реально прикольный, ребят. И достаточно будет ценный. Но трейды нам что-то не прилетают, ребят. Давайте, короче, тогда включимся, когда у нас будет уже трейдик. Ребятки, я опять накосячил. Опять не включил трейды со вчерашнего стрима. Забыл, оказывается, мне закидывали трейдиками. И уже вот первый трейдик у нас. Но нам дают химеру, рыцарскую лошадь, 2 райд потиан, райдельки. Еще одну химерку дает. Еще одну химерку дает. Ну, короче, такой себе трейдик. Давайте отклоним и подождем еще трейдик. Ну, блин, я вот дурачок. Дурачок я то, что трейды не включил. Оказывается, трейды-то не прилетали, ребят. Ну, давайте мы напишем в чатик. Так. Трата. Так, сразу трейдик, смотрите. Сразу трейдик. Так, так, так. Так, она нам предлагает лаву волка, химеру. Ну, что-то вообще трейды максимально какие-то плохие. Ребят, честно. Ну, это прям вообще ни о чем. Типа, 1к робаксов я меняю на что? На 100 тысяч конфеток и еще там за конфетки из боксов легу? Ну, это такое себе. Ну, короче, ребятки, давайте тогда мы включимся, когда у нас уже будет трейдик нормальный, в принципе, да? Я думаю, сейчас будут все равно очень много мелочи нам предлагать. Ну, фиг знает. Я уже, конечно, профукал много трейдов из-за того, что у меня был выключены трейдики, да? Ну, ничего страшного. Если что, пойдем на следующий сервачок. Ребятки, нам прилетел еще один трейдик и предлагают нам райд танцующего дракона. И все, что ли? Ну, давайте оцепнем, посмотрим, это шутка или нет. Да, он согласен. Ну, райд танцующего дракона — это пока что самый нормальный питомчик, которого нам предложили, ребят. Но трейды прям активно не летят. Может быть, я их профукал из-за того, что вначале я сидел с выключенными трейдами, да? И сидел я, наверное, минут 15. И многие поняли, что трейды-то у меня особо выключены. Так, тут не он Додо бегает, может быть, за мной она бегает? Может быть, ты хочешь кинуть мне трейдик? Нет, не хочешь? Ну и ладно. Ладно, ребятки, короче, скорее всего, мы сейчас пойдем на... Сейчас пойдем на следующий сервачок и уже с вами включимся. Ребятки, 30 минут, я грузился на новый сервачок. И мы все-таки загрузились, но тут уже есть у кого-то поединок не жить и вот этот. Но у меня-то он флайрайд. Давайте мы его сейчас закроем вот так, чтобы его никто не видел. Оп. Все, его никто не видит. Вроде как. Ну, по крайней мере, на это надеюсь. Так скажем, план скам. Время начинать.
план скам. Заскамила мамонтов. Ты просто нулевый чел. План скам, ребятки. Надо как-то его спрятать, блин. Ой, его убрали. Ребят, нам не нужны здесь конкуренты. Нам и так вообще трейды что-то не кидают особо. В принципе, можем, давайте и мы покидаем трейды. Вон он бегает. Ой, хулиган, а. Вот хулиган-то. Давайте попробуем на НФР красного дракончика затрейдиться. Почему, собственно говоря, и нет, да? Просто посмотреть. Ну, файрайт. Ну, я 100% переплачиваю. Типа он добавку дает или... Это что сейчас такое было? Девочка, можно, пожалуйста, тебе логический вопрос? Этот питомец сейчас стоит намного дороже, чем у него красный дракон. Мне кажется, за него можно получить даже мегу красного дракона, и она просто отклоняет трейд. Вот это поворот. Вот это поворот! Ребятки, вот это поворот. Ну, короче, что еще? Кому? Давайте мы сами уже будем кидать трейдики, потому что если они не прилетают... Что еще остается нам делать с вами, согласитесь, да? Я думаю, я прав. Так, тут НФР туркли. Черепашка. Давайте мы попробуем, может быть, ей кинуть трейд. Я не знаю, ребят. Ну, кто-нибудь, алло, алло, алло. Я в шоке. Я тоже в шоке. Ты прямо из кровати, да, видно? Сразу играть. Давайте ему что-нибудь подарим. У него скинчик прикольный, ребят. Ну, согласитесь, да, пижама такая крутая. Крутой скинчик, ребят. Так, что мы ему подарим? Давайте вот эту фигню. Или она дорогая? Мне кажется, дорогая, да? Ну ладно, пофиг, давайте подарим. Не знаю уж, сколько стоит это яйцо. Думаю, ему будет приятно. Ладно, ребятки, давайте, короче, мы включимся, когда у нас с вами будет следующий трейдик. Итак, ребятушки, мы с вами перешли на следующий сервачок, потому что на том трейдиков мне так и не накидали. И тут у нас сервер оставляет тоже желать лучшего. Все стоят какие-то АФК, что-то вообще непонятное. У кого-то нормальные питомцы, у кого-то нет. Но я вижу тут Неон Чикатриску. Неон Чикатрис. Чикатрис. Ну что ж, ребятки, давайте мы тогда сами уже будем кидать трейды, потому что затягивать видеоролик я особо не хочу. Не знаю, почему такой маленький спрос на данного питомца, это довольно-таки странно, честно вам скажу. Это очень странно. Ой, что-то мне немножечко пролагало. И никто не принимает. Ну что, реально, что ли, никому не интересен новый питомец? Ну вы что, ребят? А вот я, наоборот, кстати, вот на это и буду надеяться. То, что их купят очень мало, потому что питомец будет неинтересен, как Shadow. Shadow Dragon купили мало в свое время, да? Потому что, ну, все подумали, а зачем он кому нужен? А он вырос в цене. И также с этим питомцем, скорее всего, и произойдет. Я их сейчас не замечаю так много. Лава драконов купили очень много. Очень много. А вот данных питомцев купили мало. И у них еще срок будет сколько? 7 дней? То есть их будет намного меньше, чем лава дракончиков, ребят. Соответственно, цена будет выше 100%. 100%, потому что их и так будет меньше в игре. Фэр, снежную совушку нам дают, но это прям вообще полный такой, так скажем, прям, ну, плохой трейдик. Тут что-то пацаны стоят. Что-то тут на английском, англичане что-то общаются. Так, ну, давай-ка мы на НФР крокодильчик с тобой затрейдимся, братишка. Давай. Ацепти. Нет, не ацептит, ребят, не хочет. Не хочет. Давайте крокодильчику попробуем, что ли. А что тут? Что они тут, я не понимаю. А кто это такой? Трейдинг 2, Neon Frost Dragon. Best Pet, NFR Parod, DEO 90 и DK. Tupping Hop, Completed the... Ну, к нам трейд прилетел, ребятки, с вами. А, это опять подписчик, я его со стрима помню. Hello, hello, это опять ты с химерой, да? Ну, давайте ему опять напишем hello. Ой, у меня, ребятки, тут упало. Мевлад. Hello. Так, у меня капс включен. В прошлом видеоролике он был у нас, ребят, он мне там химеру предлагал. Я не думаю, что это совпадение. Так, ну что ж, ты просто трейд кинул или что? Просто в видеоролик хочешь попасть? Ну, ты попал, все. Ты рус? Нет, я англичанин. Давай, ты не будешь, пожалуйста, нам мешать записывать видеоролик. Опять он кидает. Нет. Мы трейдимся.
У нас цель с вами, ребятки, затрейдить. Да не кидай. Вот настырный-то, ребят. Давайте попробуем на НФР. Опа, мегакенгуру нам кинул трейд, что? Стоп. Стоп, 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 ребят. Опять подписчик, да? Опять подписчик, да? Вот мне вот выключать, что ли, чтобы ко мне могли присоединяться, ребята? Вот зачем? Зачем вы присоединяетесь? Ребят, я же специально открыл, чтобы могли... Ой, опять чувачочек с этой, с пижамкой, ребят. Ну, скин прикольный, зачет, респект за такой скинчик. Лайкусик, да, ребят? Ну чё, где трейды? Где трейды? Вопрос, где трейды? НФР Феникс. Ну, она даже... Да даже НФР Феникса нам не дают, ребят. Да что такое-то? Ну как так может быть? Нам за Вав Дракона простого давали. Ферсову. Я не поверю, что этот питомец будет не, ну, дешевле, чем у Ава Дракон. Не поверю, ребят. Да, это дракон, окей. Типа драконы, на них всегда была высокая цена. Но этот питомец, он единственный такой. То есть драконов-то много у нас в игре, а такого он, ну, типа, единственный, ребят. Блин, ну фиг знает. Какое-то, знаете, двоякое мнение насчет данного питомца. Ну, что-то, короче, трейдов нам здесь не прилетает. Давайте переходить на следующий сервачок. Ребятки, спустя часик я загрузился на следующий сервачок. И сервачок у нас какой-то такой себе, честно говоря. Но, смотрите, за нами бегает уже тигр, да? Хочет кинуть нам трейд, скорее всего, нет? Да или нет? Стоп, ну у меня трейды-то включены. Взаимодействие, да, включены. Может быть, мне на нем не могут кинуть трейд? Нет? Или что? Что такое? Или просто никому не нужен данный питомец, а? Блин, ну такая няшка, почему его так недооценивают, ребят? Напишите свое мнение в комментариях. Ну, реально, ну красивый питомец. Мне кажется, он лучше даже, чем Лава Дракон. Серьезно, ну это чисто мое мнение. Но трейдиков нам что-то не кидали. Вон, давайте кинем, которые взломали. Может быть, кенгурушечку нам хотя бы дадут. За данного питомчика-то. Но нам уже предложили... Ну, точнее, мы кинули трейд и нам дали за данного питомца рай танцующего дракона. Да, ребят? Вроде да. Пару дублей назад. А-ды-ды... Ты что, пошутила? Да, конечно, ребят. Вообще недооцениваю данного питомца. Райд кенгуру твоя не стоит 1000 робаксов. Вообще не стоит. А этот питомец стоит 1000 робаксов. Так еще и 2 флай и райд зельки. Ну типа, даже если покупать робаксы не через робокс, все равно это выйдет намного-много дороже, чем твоя райд кенгуру. Так что, такую райд кенгуру я разыгрываю в своем телеграм-канальчике, кстати, ребят, ссылка тоже находится в описании. И также, ребятки, при выходе данного видеоролика у нас конкурс на райд черепашку, тоже в телеграм-канальчике. Все ссылочки вы можете найти в описании, также там еще есть ссылочка на мою группу ВК и на мой профиль в Рубоксе. Вы можете фоловнуться и просто заходить ко мне во время игры, когда я играю, через фоллов, если вы на меня фоловнуты. Не кидать заявку, а именно фоловнуться, ребятки. Так, ну что ж, я не понимаю. Сервер либо плохой, либо все. Питомец этот не ценится, ребят. Одно из двух. Давайте попробуем долматинцу кинуть, что ли, трейд. Без понятия. Без понятия, ребят, честно. Не знаю, что и делать-то. Прикольный питомец. Ну, прикольный. Ну, видите? Всем пофиг. Давайте вот неон додошки попробуем. А, это мега-додо, да? Ну, я не думаю, что на мега-додо он нам обменяет. Давайте вот этой мега-додо попробуем. Ну и ему давайте все же попробуем. Все-таки попытка-то не пытка, да? Почему бы, собственно говоря, и нет? Может быть, прокатит? Не знаю, ребят, конечно. Наверное, будет достаточно тяжело мне крафтить неонку из данного питомца, а мегу уж вообще подавно, потому что их мало. Цена их будет, скорее всего, высокая. Растить я уже заколебался, если честно. Лава драконов, я просто устал их растить. Так, трейдик, наконец-то нам предлагают НФР рад крысу, да? И все, да? Понятно. Понятненько, просто, ребятки, понятненько. Так, ну тут нам дают две химеры, лань, снежную совушку, ящик с волком, еще один ящик с волком и, походу, все, да? Ну да, походу, все, ребятки. Такой тоже трейдик нас не устраивает. Блин, фиг знает. Честно, вот насчет, кстати, мега, еще раз повторюсь, я заколебался растить мега-лаву, это прям пипец, это очень, это было что-то с чем-то, ребят.
Давайте мы еще раз посмотрим. Я на стриме уже смотрел, как выглядит он в меге. Фиг знает, стоит вообще или нет. Напишите свое мнение, ребятки, обязательно в комментариях. Так, нам тут редик прилетел. Вот он у нас. Мега. Вот у нас мега, смотрите какой. Ну блин, ну вроде прикольный. В неонке, конечно, не очень. Но в меге крутышка. Так, что тут нам дают? А, ну надо просто призрачного волка добавила. Так что особо не интересует нас такой трейд. Ну что, кто еще будет кидать трейд? Или мы заканчиваем видеоролик? Правильно понимаю? Фини, Фини. Что, Фини? Прими трейд, Фини. Фига, смотрите, какой у нее питомчик маленький. Смотрите, вообще, какая она манютенькая. Как это так? Это она ребенком, что ли, стала? Скорее всего. Ну, блин, ну кому тут покидать трейд это? О, неон лава волк. А, нет, это просто райт лава волк. А у него что, грудь светится, ребят? У него светится грудь, в смысле? Ну-ка, ну-ка, где он у нас? Давайте мы его найдем. А, у меня его, наверное, не было в инвентаре. Я не смогу его увидеть, да? Да, походу, я его не найду, ребят. А вот он, мега. Ну, прикольный. Прикольный, прикольный чубрик, прикольный. Тоже хочу мегу, ребят. Тоже хочу мегу, смотрите, какой милашка. Стоп, погодите, погодите, а он обманывает, что ли? Я не понимаю. Он сидит на неонке, что ли, походу, да? А дает простого райда. Или как это работает? Вот, видите, он райда дает, а у него он вроде не он. Тут непонятно, ребят. Что-то непонятное. Что-то непонятное происходит. Давайте еще, короче, пару трейдиков покидаем. Сами уже, да, и будем... О, прилетает нам трейдик. И будем уже заканчивать данный видеоролик, потому что, ну... Пока что особо не ценит данного питомца, как мы видим, да? Райт акулку нам дают, райт дельфинчик, какой-то клоун мобиль, шар мобиль какой-то. Ой, вот эта шляпочка прикольная, ребят. Вот такую шляпку я бы хотел. Шипастый парик, пуховик. Ну, короче, фигню дают. Так, кому? Давайте вот попробуем NFR Голдохрону кинуть трейд. А, ну нам тут самим кидают трейд. Не хотят, наверное, чтобы мы заканчивали с вами видеоролик. Так, райт додо. И походу все, да? И походу все, ребят. То есть вот ребята думают, что вот это стоит 1000 робоксов. Понимаю. Просто понимаю, ребят. Ой, ламка какая. Смотрите, какая лама прикольная. Неонка. Прикольненькая, красивая. Лама вообще миленькая. Смотрите на нее, какая неважка. Так, ну, может быть, согласимся? Дорогой мой. Нет, не согласится. Нет, ребят, да блин, я не знаю. Ну как это работает, ребят? Почему, когда вышел лава, из-за него давали сову? А за этого вообще ничего не дает. Вообще ничего не дают. Ну как, чё? Ну он же миленький. Ну прикольный питомец. Что с ним не так? Ребят. А, это она нам давала NFR-крысу. Блин, ну... Так, опять нам трейдик прилетел с вами. Сейчас еще попробуем черепашки кинуть трейд. И если уже не прокатит... Проу! Привет, ты в видеоролике. Проу. Скин, кстати. Прикольный. Не, не прикольный. У него усы и борода. Я на тебя подписан. Молодец. Так, ну чё, черепашка. Черепашка-то артила. Давай-ка с нами трейдик. Ну давай. Ну хотя бы черепашку. Дай пета. Не даю я питомцев тем, кто просит питомцев. Не даю. Я уже много раз об этом говорил. Я даю питомцев только вот как в прошлых дублях. Там я мальчику подарил яйцо. Он просто написал, подошел я, подписан и все. Бут, сру. Что? Сру, бут, гуд, I don't know. Ладно, ребят, мой английский мешает мне трейдиться. Короче, давайте переходить к концу данного видеоролика. Ребятки, ну что ж, вот такой видеоролик у нас с вами получился. Я надеюсь, он вам понравился, и вы влепили свой драгоценный лайкусик, подписались на мой YouTube каналчик, включили уведомления, написали свое мнение в комментариях насчет данного красивого, самого лучшего питомчика во всем Adopt'е, ребят. Это лично мое мнение, потому что, ну, питомец реально достоин внимания и какой-то стоимости, но за него вообще ничего нам не дали. Увы и ах. Это очень, конечно, обидно, но все же, что поделать. Но питомец прикольный. Я думаю, многие со мной согласятся, ребят. Я читаю каждый комментарий, так что пишите свое мнение в комментариях. И, ребятки, не забываем, также у нас
проходит в телеграм-канальчике, как только вы смотрите этот видеоролик. Конкурс на райд черепашку, ребятки. Смотрите, какая она няшка, как она дрыгает лапками. Вы посмотрите на нее глазки. Так что переходите по ссылочке в описании и обязательно участвуйте в конкурсе. Ну а с вами был я, Артем Фролов. Пока-пока.